Здравствуйте. На днях с магазина Gearbest получил такой вот телефон Xiaomi Mi A1 в красном цвете. Пришел он ко мне в таком вот простом пакете, видите, вообще даже без пупырок. То есть Gearbest очень плохо пакует такие ценные вещи, вот как телефон в частности. Ну, вот здесь вот немножко помятости видно. Ну, в целом, глобальная версия, это версия 4 на 32 гигабайта. Вот так открывается, вот упаковка. Снимаем упаковочку, вот телефончик. В принципе, все отлично. Защитная пленочка, телефон сам красного цвета. Сверху наклеена транспортировочная пленка. Я его не включаю. Я включал, он все отлично включается. В комплекте у нас есть салфеточка. Это не стекло, это, кстати, пленка на экран. Вот здесь вот скрепочка. Так. Кабель зарядки на USB 3.0 и такое подзарядная розетка под наша европейская вилочка. Вот, в принципе, все. Телефончик качественный, ну, для женщины, я думаю, самое то, такой цвет. Интересно. Спасибо большое.